Ребята, всем доброго времени суток, и в этом видео мы с вами снова изучаем проект Reme Coin и поговорим про то, какие же основные фишки у данного проекта, если разбирать с точки зрения клиента, предпринимателя и рекламодателя. Ну что ж, давайте разбираться. Прежде всего, данный проект, в общем-то, предоставляет безграничный кэшбэк, то есть кэшбэк вплоть до 100%, и, безусловно, это является одним из главных, в общем-то, и ключевых факторов, почему данный проект является хорошим, то есть практически полный возврат денег, что, конечно же, всегда приятно. Также, опять же таки, если мы смотрим со стороны клиента, что еще можно отметить, это быстрые выплаты, которые происходят в течение суток в личном кошельке приложений. Тоже, безусловно, это очень хорошо. И еще одно преимущество для обычного клиента – это легкость его использования. То есть, чтобы пользоваться данным проектом, в общем-то, нужно лишь, собственно говоря, поставить себе приложение данное, и можно уже, в общем-то, использовать все его основные факторы. Далее, для предпринимателя, какие же есть, в общем-то, здесь особенности? Ну, прежде всего, это высокая готовность к покупке товара. То есть, естественно, что клиенты будут чаще покупать тот или иной товар, когда они получают возврат своих вложенных средств, то есть, проще говоря, кэшбэк. И вот по статистике, в общем-то, на 46% чаще делаются покупки. Также еще одна важная фишка – это безопасный доступ для покупателей. То есть, понятное дело, что безопасность также крайне важна. И защищенность, естественно. И идеальный таргетинг. То есть, что такое таргетинг? Это, по сути, вот выборка, да, то есть, чтобы, соответственно, тот или иной товар показывался тому человеку, который, в общем-то, в нем заинтересован. То есть, чтобы, соответственно, люди, которые жили, грубо говоря, в Африке, они себе не искали кондиционеры, а искали, скорее себе, соответственно, то, что нужно. То есть, нужно для охлаждения, соответственно, допустим, им какой-либо холодильник. И последнее для рекламодателя тоже. Какие есть преимущества? Ну, на самом деле, здесь их много. То есть, прежде всего, это эксклюзивные формы рекламы. То есть, уникальные формы рекламы, которые тоже являются, в общем-то, довольно важным фактором. И, соответственно, в общем-то, здесь рекламодатели, розничные продавцы могут их использовать. А также это проверенные пользовательские данные. То есть, тоже это, безусловно, является плюсом, что данные будут проверены, и, соответственно, будет выше их ценность, можно так сказать. И следующее – это доступность стандартных рекламных инструментов. Вот, то есть, естественно, что тоже это очень важно. То есть, есть реклама в медиа, допустим, визуальная, мобильная, видеореклама, по электронной почте, по новостным рассылкам, то есть, через социальные сети, например. И, естественно, что это очень и очень важно. Соответственно, именно данные способы рекламы могут как раз таки применяться, и это тоже является одной из фишек данного проекта. Вот, так что поэтому, кого проект интересует, то переходите, изучайте его более подробно. У них до сих пор проходит ICO, вот, и, соответственно, можно приобрести токены прямо сейчас, если, конечно же, вам понравился Reme Coin. Ну что ж, на этом тогда на сегодня все. Спасибо за внимание и всем счастливо.